Один Лёшка пошел. Да что я там не видел? Да хоть бы на фотографию свою посмотрел на щите. Да-да, Чапурин повесил тебя, зайку и цыганка. Алёшка, а ты здесь лучше, чем в жизни? Зайка нет, а вот цыганок. Суки! Ой, не надо, не надо! Чапурин нужна в деревне живет. Ты что? Ты что? Алёшка! Нет у меня денег, понимаете? Нету! А когда же они будут? А телевизор-то смотришь? Вся страна без денег сидит. 3 месяца уже зарплату не получал. А шахтерам 6 месяцев не платят. А? А куда страна эти деньги девала? Куда девала? Да. Это раньше давали, а сейчас зарабатывать надо. Катерина, ты тут не замерзла? А то возвращайся за свой стол. Чапурин слушает. В желудочном санатории. Мне? Ну ты даешь. А давай отдадим ее скотнику, Скуридину. Он язвенник. Поедет, подлечится и от жены отдохнет. Николай! Скуридин! Чего? Ты куда собираешься? Я нужен! Пляши прежде! Ты зачем наши фотки повесил? Цыц! Слушать сюда! Правление награждает Скуридина Николая путевкой на юг. Санаторий. Бесплатно. Как бесплатно? Вранье все. Не веришь? А ну иди сюда. Цыц! Охолоньте покуда. Николай не верит. Кать, скажи ты. Николай, вам хотят дать путевку в желудочный санаторий. Ну, веришь теперь? А что я поеду людей-то смешить? А что тут смешного? Поедешь, подлечишься? Нечего людей смешить. Что ты заладил? Людей смешить, людей смешить. Тебе что, на посылают, что ли? Спокойней, пожалуйста. Будешь тут спокойным. Ты пойми, это же юг, курорт, море. Врачи не абы какие, профессора. Ну, не хочешь, хоть сейчас откажусь. Николай, не отказывайтесь. Поезжайте. Там питание, фрукты, овощи, море, пальмы зеленые круглый год, ванны, массаж. А как же скотину? Скотину не кинешь. Да найдем мы тебе замену. Зятек твой преподобный. Никуда не денется. Пусть только откажет. Никакого дома не дам. Ничего не получит. Тогда поглядим. И глядеть нечего. Лечиться надо? Болит? Ну вот и поедешь, врачи тебя поставят на ноги. Приедешь, во какой. В отпуске-то ни разу не был. А тут еще курорты. Не знаю, ехать, не ехать. Фу, страшно. Сучара! Ну что, сбросился?
Не хватит. Пойдем к Альке, поставить за курорты. Может, снять эти фотографии? Нет, пусть висят. И пусть вся деревня смотрит и позорится. А зачем? Они что, бросят пить? Да не защищай ты их, Катерина. Говорят, моему дураку курорты дали. А ты благодарить пришла. Да не смейся, кум. Да какой тут смех? Твой Николай не намного старше меня, а выглядит стариком. А пускай водки поменьше жрет. Ну вот поедет, подлечится и не будет жрать. Он не доедет. Он на станции напьется и под поезд попадет. Ну что ты несешь? Куда решили? Пускай деньги наличностью отдадут. Какой наличности? Это ж путевка, там же проплачено. Пускай деньги назад вернут. Так в банк отправили на лечение. Ну мы лекарства ему сами купим. Ну ты же знаешь, сколько у нас дед выск... Ну сколько расходов. Работать надо. Работать. Ну ты... А то ж забыла, наверное, где поля у нас находятся. А ты меня не попрекай. Я шестерых родила. И детьми нечего меня жалить. Тебе было на кого их оставить. А кто ж Куманек утруждается? А на ком дом держится? На Николае. Что, на пьянчушке этом, что ли? Ну, не такой уж он и пьянчушка. А работник-то действительно золотой. У него скотина и напоенная, и накормленная, и привесы больше, чем у других. А вы его не цените и содержите кое-как. Вот поэтому-то у него и язва. Я, может быть, побольше его больная. Я через силу хожу. Ты мне голову не дури. Иди собирай мужика и спасибо мне говори. Поняла? Я-то тебя поняла. А ты моему горю злуешь. Иди собирать мужика. Сейчас же! Вот ему, а не курорты! Ну что, подождите, продолжайте, голубушки. Сейчас, сейчас, накормлю. Ешьте на Божье здоровье, ешьте, дорогие. Пить надо меньше. Пил. И пить буду. Нет, твой ЧПР не указ. Он такой же мой, как и твой. А с ним говорит, что стять против ветра. А ты пробуй против ветра стать, а? Ну и тему нашли для разговора. Наливай. Проголодались? Ешьте, малый. Ну, чего гласишь? И тебя накормлю. Эй, курортник! Иди выпихать для согрева. Не могу, еще ходку сделаю. Для чего? А то сено разнесет, придавлю жердями. И охота тебе? Охота не охота, а надоть. Давай, мало. Давай. Давай. Почему я пью? А чтоб меньше моим детям досталось. А я думал по-другому.
Ну, а ты как думал? Я думал, человек пьет от жадности, от эгоизма, от общества. Ты тоже прав. Ограждение от нашего общества. Чтоб этих чепуновых не было! Позвонил Борис, предложил утёку в желудочный санаторий. Ну, езжай. Я решил ее отдать Куридину. Он же язвенник. Хорошо. Да ничего хорошего. Алька пришла и говорит, давайте деньгами. Ну, так отдай. Слушай, ну ты-то хоть не мотай мне нервы. Что? Ничего. Альку тоже можно понять. С таким семейством деньги очень даже и нужны. Адвокатша тоже мне. А если Скуридин от язвы помрет? Ешь. Я сделаю. А что ты сделаешь? Николай поедет. Прибыл. Встречай желанного. Гляди, не удумай. Нет. Своего ума нет, так нас послушай. Это же они неспроста, это же они дурака нашли. А потом все одно денежку вытащат. Скажут, прокатал, ездил, плати. И возьмут, и вычтут. Ты не отопрешься. На что жить будем? А что ему-то? На побег потянуло? А в семье голова не болит? Не болит голова об дровах. А стайка тоже? Стоит разоренная. На дном заросла. Где тебя поезд задает пьяного? Что же вы делаете? Детей-то зачем научаете? Опускай. Опускай, правду знают. Как отец их кидает. И на гульбу летит. На какую гульбу? Упомнишь. Тут не речи будет, а? Не речи нет. Ты пошла ты! Отойди! Забирай! Вот и съезжай на курорты. Николай! Чего приперся? Не допил, что ли? Кума, пусти! Христа ради пусти! Чай хочу, горячих! Уходи, кум! Какие еще и средь ночи? Иди домой, там тебя накормят. Там меня не пускают. А здесь я не пущу. Чего люди скажут? Кума, да я у тебя на половичке пустю, уродом! Уходи, Николай, дай спокою. Мало я с твоим братом покойно мучилась. Кума, кума! Сейчас вашу мать доглядываю. Браженька, недувая, с кем-то я тебе, браженька, пью.
Люди тут меня. Ночевать пустите. Вы-то у меня хорошие. А я дурень. Обиделся. Чуть не замерз. Звала нас? Насчет путевки. Деньгами. А то он ее пропьет. Мы едва сводим концы с концами, перебиваемся с хлеба на воду. На детишках обувка, одежка горит. Дай мне сказать. Та из Катарасова прибегала. Прямо к моему мужику на дом. И присучилась. Почему Скуридину курорт, мол, дали? А Тарасову нет. Тарасов, мол, ударник труда. И ни капли в рот не берет спиртного. Прямо на приступ идет. Отдайте курорты. Погоди, погоди. А наш Николай тоже не пьяница. Он выпивает. А его в дураки не поставишь. У него одних грамм 15 штук. Чужое добро хотят хапнуть, бессовестные. Живут, как у Христа за пазуху, еще и путевку подавай. А вот та. Мама мужику курорты. Давай вернемся в наше сказочное чудо. Дед, не выключи музыку, голова трещит. А войдите отсюда. Так, трусы. Эти рваные. Так не на бал заштопаем. Так можем в магазине не купим новые. Еще чего? Мама, а где тут лоскут? Который? Ну, остаток от твоего платья. Так в верхнем ящике. Ты что я? Клоун, что ли? Мам, и вправду, там же будут врачи смотреть. Так носки тогда тоже купить? Афанасьевна, Бог поможет! Что, зуб, что ли? Ой, коронки слетели. Так бы в районе, ой, да когда? Времени нету. Ой, сзади-то не управишься. А ну, открой рот, закрой глаза. Да это же все можно сделать на месте. Чего глядишь? Я при этом деле... В армии при санчасти был. Ой, да врешь ты все. Все могу, фото неверные. Вот коронки поставим, так и что тебя замуж отдадим. Ну да. Боги горшки обжигать сделаем. Вату давай. Спирт. А нету? А вон одеколон. Воду кипяченую. В медицине другой нельзя. Цемент? Откуда? Ой, клей есть. Заграничный. Ну-ка, покажи. Железо и кости клеит. Радует. Проснись, Маконя. Ты 2 часа ничего не ешь, только пей. Душевно, Шурка у меня не делает. Ой, да я бы тоже не делала. Жизнь заставляет. Без мужика-то как? Сено привези поставь. Дрова привези поставь. Вот так.
А ну-ка, покажи-ка зубы тебе. Ха. Да тебя хоть теперь замуж. Ой. Я проект куда? Отдать замуж. А слушай, я знаю, где твои раки найти мужика. Ой, да где я? В тюрьме. В тюрьме? Там всякие бывают. В аварию попал. И с женой подрался. От тюрьмы до ЦУМа не зарекайся. Это правильно. Нет, нам таких не надо, нет. А Федька Калмыков плохой мужик? Хороший. Не угодил начальству его на кукан? Разве не так? Да так. Ну... Мне не веришь. Поверь Федьке Калмыкову. Напиши ему, он подыщет рай хорошего мужика. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Та-ра-рам, 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 без хозяина нам никак. А бабьи руки есть бабьи руки. А людям ты не наклонишься. Мы спокойнее помрем. А Раисе-то одной куковать. Ой, ты же знаешь, сколько лет она Петьку ждала. На, выучился. На Крутской женился. Что пинуй, прости, Господи. Каково и тебе. Все путевые поженились. Остались дураки да пьяницы. Одних, значит, за пасушка держишь. А дочь-то мои, как дальше жить? Нехорошо это. Неправильно. Что ты с Богом разговариваешь, как с бригадиром? Ты молишь. Молиться надо. Ой, прости, Господи, Царица Небесная. Пресвятая Богородица, ты добрая, ты сама мать. Прости меня, грешную, прости. Я не найду.
он живет, не знает ничего. Отстань, Димка. Мама родила. О, значит, надо идти ножки обмывать. Ваня, Магарыч. Явился? Ну кто? Мальчик? Девочка? Не то, что, не то, что. Бандит, был это я. Ты девочка. Копия ты. Согласно принятых условий премирования, приказываю, оставайся при нашей земле. Пустишь корни. Вы же знаете, у меня мама. Так и маму сюда привози. Ты посмотри, какая у нас благодать. Так, что дальше? Весной дом сдадим, квартиру получишь. А мама приедет, двухкомнатную дам. Диктуйте дальше. Премировать бригаду телятниц за откорм молодняка. Пожар! Цыганок! Алёшка! Напишу маме, пусть приезжает. Чем в клубе кино наше русское. Уж пойдем, а?
Что делаешь? Письмо пишу. Кому? Феде Калмыкову. Овечка глупая. И ты ни за что в тюрьму не садят. Да иди спи. Беда, беда. Николай, на курорт ты приедешь, там меню. Что это такое? Бумажка такая, в ней все блюда записаны. Ты должен заказывать. Будут там, например, цыпленок и яйца. Не закажешь, принесут яйцо. Ну и пусть, не жратва же главное, а леченье. Пить там они дадут. А я и там не буду. А здесь надо? За отъезд на курорты. Сказано, не пью. Чепурин слушает. Какую путевку? Как забрать? Катя, выйди, пожалуйста. Человек уже собирается. Твою мать! Афанасинок, хоронки не отпали? Тута, тута. А руку, ногу сломали, так обращайся ко мне. Тиху! Чепун тебе на язык! Афанасиевна, я же чистого сердца, слышишь? Света, подожди-ка! Света! Подложи-ка мне чирик до завтра. Чё сидишь-то? Щи стынут. Страна катится в пропасть. Лёлька! Ты чё, пьяный, что ли, объёс? Слышь, давай по-хорошему. По-хорошему. Все бы порода попали на совести. Не на грош. С Борисом поругался. Ну, чего опять? Да требует забрать путевку с Куритина. Надо забрать. Как? Ну что, он же с Борисом-то ссориться никак нельзя. Он же завсегда об нас печется. Да не об нас он! О шкуре, о собственной. Сень, вспомни. Да помню. Помню я все. Понимаю. А ты тоже пойми. Николая жалко. Жалко. Только вот галку нашу Николая жалко. Да при чем тут галка? При том, кто и в институт поступил. Борис, а выучится, кто в люди выведет? Да будет тебе. Сам, что ли, не знаю. Ну, не могу забрать эту путевку. Да, я сделаю. Олечка,
конце открылась точка. Натуральный обмен. Мат, сало и стакан. А сколь сало покаж? А чё с носом-то? Кобель покусал. Какой кобель? Который сало снедох. Ну и правильно сделал. Садись, поехали. Харгутка сказал, ты звала меня? Уж не знаю, как и сказать. Говори. Вчера была на станции. В магазине рыбу выбросили. Треску. Ну, две бабенцы впереди меня разговаривают. Одна другой. Правда ты? Брежут люди. Курорт, ты с Миленком едешь, так, говорит, за правду. А кто он? Николай Скулидин, говорит. С деревни Внутово. Милон, врать-то. Кому он нужен? Она разведенка. Она на всех мужиков кидается. Без разбору. Твари. Змея. Вот такие очки, ни рожи, ни кожи. Чего не только Николай-то нашел, а? Ой. Ой. Милова? Гляди там, все лекарства я принимаю. Язву вылечу, брошу пить, пьянка губит людей. Я же техникум окончил, с отличием. Ты не сможешь. Смогу, вот увидишь, смогу. Приеду с курорта, снова пойду за техникум. Ваймышек. Комплекс строят новый. Надо туда пойти. Здесь все друзья, товарищи пили, гуляли вместе. Ну, как с них спросить? А там люди новые. Может, квартиру дают. А это то можно Нюське с этим оставить. Да. Это с легким паром. Че так? Муженек твой, божья коровка, на курорт ты с кем едет? А с кем? С Милани. Ты чё, мать? Ты чё, он заразу зашел? Лёлька все разузнала. Лёльку врать не будет. Та баба живет на станции. Разведенка, на всех кидается без разбору. Чё, Полька, что ли? А? Покупай. Покупай ему трусы. Новые. Магазинные. А? Вот тебе курорты! Вот тебе курорты! Вот тебе курорты! Вот тебе курорты! Ты давай-ка сейчас быстро в больницу. Какая уж мне там больница сейчас. А что, путевку-то правда порвали? Порвали. Это хреново. Ну, наверное, можно же восстановить. Хоть сейчас позвоню, узнаю. Только куда ж ты у нас такой поедешь? Чего я сейчас поеду?
Нужно сейчас за сеном ехать. Это сено приведено плохое. А поеду на холм. Там сено хорошее, не заигело. Скотина хорошо ест. Чего это она? Ну, дай мне на бутылку-то, опохмелиться надо. Ну, давай фотографии. Да он тут пьяный. На других нету. Как ты думаешь, где сейчас его душа? А я где-то читал, что души умерших переселяются в облака. Нет, я думаю, в животных. Тебе видней. Ну и как ты думаешь, в каком же в животном сейчас душа цыганка? Лучше в облаке. Тюремщика? Вот какие глупые. Посылки шлют. А он кто знает какой? Бывает, человека убил. Какой не есть, а жених. Его бывает, века из тюрьмы-то не выпустят. Когда-нибудь-то выпустят. А я помру за той поры. Живи, знай. Николай, зайди-ка посмотри, печь у нас упала. Этим полотенцем вытирай руки, а это не тронь. О, да у нас гости. Печь наладил. Так надо покормить. Да я не голодный. Мы да знаем, какой ты не голодный. Дом-то не кормят. Да. Нужно еще найти грести. Некуда тут разъедать. Ну, хоть стаканчик-то пропусти. Ну? Да это можно. Самогончик я хорошая. А я вам русским языком говорил, не надо мне давать столько молодняка. Мне пасти некому. Я управ, а ты директор. А вот сядем вместе.
У меня самогонка добрая. На кой лёд не твоя самогонка? Другие крепят куриным помётом, а я через родничок пропускаю. Да говори ты толком! Ой, так всего один стаканчик выпил, как схватился за живот. Ой, вот так. Ой. Жить будет? Не знаю. Прободение язвы. Все может быть. Добавки. В стране происходит черти что, у нас со своей жратвой. Не виноватый ты. Че он пил, если у него язва? Да пишут, пишут. Не напишет он больше. Зачем ему свою фотографию послала? Дочек, да ты че? Все, сама поеду на свиданку. Решила. Давно получила? Давно. Ой, господи. Ну, и куда крадешься, котяра? Не крадусь, я с работы иду, правда, отгулы. За прогул, что ли? Ну, нет работы подходящей, поняла? Поняла, я все поняла. Мама! Мам! Ну-ка, иди-ка по карауль там. А то у них, понимаешь ли, шмат сала в обмен на стакан. Шахтер, раздери. Так, говоришь, у Чепурина работы для тебя нет. Я найду тебе работу. Вон, у свиньи доски когда отвалились и говорила прибить. В грязи уж чуть не утопла. Мазки б хоть постелил. Ну и че, улыбишься? Ах, Шурочка, Шураня, как любили мы с тобой. Пойду к Марусе схожу. Надо бычка отвезти. Ты гляди тут за ним. Не продует? А то ведь начнешь чихать вот этим самым. А я пойду в дом. Там что-нибудь тоже найдется обменять на самогон. Ягоду рвала, Маруся, раз, два, три, дали на теле.
кавалерах нуждаетесь? Заходи. Выпей за мое день рождения. За дам пьют стоя. Эй, тихо-тихо. Отрабатывать надо. Поплеши. А сыграй. Девки, пойте, девки, веселитесь, а 3 копейки вам цена, хоть вы разорвитесь. А! Девки, стоят 3 копейки, а ребята стоят рук, как задумают жениться 3 копейки. Шура, 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 дорогая, я тобой дорожил, а теперь я дорожу, с кем компанию вожу. Шура, Шура, прекрати, Шура! Ой, да хоть какой-то мужик, Шура! Ой, такого счастья! Отдайте галошу-то мне! Побойся Бога, Шура! Пойдем выпьем за мой день рождения. Давай, Шурен, выпей за мой юбилей. Много это. Пойдем. На, Шур, закуси. Ну, чтобы елось и пилось, чтобы весело жилось, чтобы бабам всем хотелось, а мужикам всегда моглось. Вот это вот. Фу. А теперь давай эту любимую песняка. Раз полным-полна моя коробочка есть, и сетец, и парча. Пожалей, душа моя, зазнобушка, молодецкого плеча. В роще моей поет соловей, не дает покоя теще моей. Теща моя хуже соловья, не дает покоя теща моя.
Николай! Здорово. Живой. Молодец. Красота-то какая. Да. А вот им ничего не надо. Кому? Да пьяницам этим. Мы же зайку похоронили. Как? Да напился какой-то дурнины. Ну и помер. Старики живут, а молодые спешат без очереди на тот свет. Как ты сказал? Очередь на тот свет. Сколько можно смотреть эту мутату? А что мне смотреть? Как стреляют да убивают? Жизнь животных смотри. А я насмотрелась. У меня свидание. У нас в деревне. Да. Он ветеринар? Нет, хирург. Можешь вот. Дурь свою на кухне пиши. Я слежу за словами, когда говорю. Приехал сосед. Он говорит, случай сосед, говорит, посмотри, так. Ты, говорит, дай телеграмму. Он посмотрит. Здравствуйте. Начальник сюда хмурый. Пойдем, может, пойдем. Пойдем. Будем Времени ждет. На сенокос сегодня пойдут. Осипова. Не срами, сними, не позорь. Осиротишь ведь детишек, не накликай беды. Моей вины тут нет. А вот это, Маруся, чистая правда. Давай посмотрим за год. Помнишь, зимой сено возили из леса? Ведь из саней вывалился, ведь чуть не замерз. Ну так ведь не один он пил, всей бригадой пили. А с зайкой на школьном тракторе перевернулись. Ведь ну, сами же отремонтировали. А у цыганка напились. Ведь цигаркой матрас подожгли, загорелись. Ну, так ведь не сгорели же. В каком бы он состоянии не был, он на работу то и всегда приходил. Нет, Маруся. Год и все. Не жилец. Бог видит, кто кого обидит. Не придется ли тебе самому так стоять? Глядите у меня, чтобы эту бумагу никто не тронул. До властей далеко. А здесь я хозяин. Вам кого? Раиса здесь живет. Тут-то. А зачем она вам? Константин, я. Ну, здорово, невеста. Что ты мне, чужую фотку что прислала? Ой, а? Да я Раисина мать. О, а вот ее бабушка Макуня. Слышишь, бабушка? Слышу. А что делаешь? А что ж биваю.
Сколько ж лет тебе, бабушка? Ну, папа. И все работаешь? Работай. Ну, работай, работай. Отрабатывай свои харчи. Раиса, ты где? Так на дойку ушла. И когда же вернется? К обеду. Тогда пойду искупаюсь. Ну, как он тебе? Надо спички спрятать. А ты что, мой подшок? Раиса, к тебе жених из тюрьмы приехал! Райка, правда, что ли? А я не видала никого. Так значит, на автобусе приехал? Ты беги, мы доделаем. Так беги, конечно. Куда бежать-то? Да куда-куда домой, ведь гостя-то встретить надо. Ой. Вот так вот и получается. Справка об освобождении есть? Управляющий наш. Приездом в наши края. Ух, силен. Работать думаешь? Начальник, не гони коней, а? Мне в хозяйстве люди нужны. А в этом хозяйстве рабочие руки не нужны? Хозяин не нужен? Да-да-да, крылечко провалилось, крыша протекает, сарайку надо починить. Вот так вот. Ух. Какая невестушка. Будем жить. Руки, ноги есть. У нас жить можно, ежели с умом. Голова тоже есть. Все. Хорошо. Все есть, мать. На высшем уровне. За что в тюрьму ты попал? Да двоих зарезал, а третий недорезанный уполз. Не бойся, Ника. Я не боюсь. Спи давай. Сама спи. Ну, вижу, дело на поправку пошло. Пасти-то думаешь? Хоть сейчас. А ведь теперь трудно одному-то будет. Ну и что? У меня к тебе просьба. Ты возьми напарника. Кого? К Раисе, жених приехал. Этот зекот? Возьмешь? Ну, договорились. Вот все они сейчас лежат, а в жаркую погоду они все льют воду. Но нужно их из воды выгонять, чтобы они вымя не застудили, а то продои будут. Ну и что? Что продои будут? Теряться будет, удои, коровы заболеют. Они как дети, не понимают, что вредно. Я так и зову их. Малый, малый. Ну, ладно. Когда будем пасти по очереди-то? А вот два дня во всем вместе, а потом по очереди. Ну, ладно. Thank you.
чем тут по ночам занимаешься? Таким ты был, когда мы встретились. Давай повесим в рамку. На могилу. Константин, совесть-то у тебя есть? Скотина-то голодно стоит. Я в хозяйстве порядок навел. Что тебе еще надо? А не свои дела, не суйся. Поняла? Не люблю я это очень. Поняла, спрашиваю? Приманули сокола. Чего приперся? Мой черед пасти. Мне там скотину жалко. Скотину? А мне людей больше жалко. Тебя, например. Что ж ты падаешь? Я ж тебя еще не бил. А если тебе врежу? Вот этим кулачочком. В легкую. Что с тобой будет? Шагай. Какие новости? Деревенское радио еще работает? Не шути, Арсентий. Плохие новости. А что? Вся деревня говорит, что напарник сел с куридину на шею. Ты конкретно говори. Константин выгоняет скотину, когда вздумает. Вот ты знаешь, где он сейчас? Где? На реке. Рыбу удит. Твою мать! Я ему покажу, кто в деревне хозяин. Куда? Вызови в контору. Вызывал, начальник? Вызывал. Почему плохо пасешь? Поздно выгоняешь, рано пригоняешь. Так дело не пойдет. Виноват, исправлюсь. Вот это другое дело. Мужик в силах, напарник отличный. Ну, работай, паси, зарабатывай. Ну, деньги-то нужны? Нужны. 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 У тебя деньги есть, какой дом построил? Да, дом хороший. И ты займись строительством. Давай, давай, давай. Займись, поможем. А впрочем, не стоит. Строишься, мучаешься. Деньги вбабахаешь. А какой-нибудь дурак пройдет, спичку бросит. И дома нет. Все понял. Испугалась?
Вон он как бугая боится потерять, а? Ты дурак? Мне скотину жалко. А детишек тебе своих не жалко. Сиротками оставишь. А? По утрам я буду пасти. А твое дело молодое. Ты зарюй. Вали отсюда. Дурак же этот Скуредин. Ради чего? Костя, милый, они ведь живые души. Кто? Бычки, коровы, кони, все. Нет, ты слушай. У нас в мае заморозки были, снег выпал. Мы утром на пастбище прибежали, а там коровы в кружочек стоят и на теленочка дышат новорожденного, чтобы не замерз. Ну, достали меня. Вы же сами быки и коровы. Всю жизнь в дерьме. А я буду жить по-людски. В удовольствие. Уезжай. Красавица, дипломированный специалист. Ну? Ну, папа, перестань. Ну что ты, дочь, я ведь только начал. За диплом! Не этого, а того. Ну что, споем? В роще моей поет соловей, не дает покоя теще моей. Теща моя, хуже соловья, не дает покоя теща моя. Шур, успокойся, не плачь. Не плачь. Шура, муж твой слез не любил. Муж любил, чтоб пели. Мы добыть не в той стране. Стране, в которой я рожден был, да, рожден.
Матка, видаєте, все розщипана, вимучена. От тогда не начнем разводить. Перышко за перышко. Вот так. Видишь? Вот, перышко за перышко. Вот так, с одной стороны. А потом с другой стороны. А в середке центрально пойдет. Вот, видишь как? Понятно. Вот такая вот размоченная, так и идет? Так идет. Птица приносит счастье. Много тебе на счастье принесла.